Ситуация по коронавирусу в отдаленных районах Камчатки остается напряженной. Об эпидобстановке главы муниципалитетов доложили на оперативном совещании, которое прошло в режиме видеоконференц-связи. Ситуация тяжелая в городском округе Палана, и в том числе было сегодня уделено внимание этому населенному пункту. Докладывал глава муниципального образования, обсудили ситуацию с тем, что идет постоянный прирост сегодня на территории муниципального образования с количеством инфицированных и заболевших. По этому поводу было дано поручение, чтобы Министерство здравоохранения отработали в ближайшее время, прям в ближайшие часы, дни, вопрос с доставкой туда медикаментов, которые требуются на территории, и чтобы они были сегодня не только в лечебных учреждениях, но и были в аптеках.